все, вот так вот просто говдрит вошли. Да сука! Извините. Не извиняем. Это что было такое? Всем здорово, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофик, Лейс, Серёжа Полотов, Макс Фреш и Энди Пай, которые были вот только что сзади нас. Вот и сегодня у нас GTA 5 онлайн лотерея! Привет, подписчики! Ну что ж, друзья, вы долго этого ждали. Давненько мы с вами не запускали лотерею, понимаете? Поэтому сегодня мы будем играть, и сегодня удача, я надеюсь, будет сопутствовать. Да. Короче, объясняю правила этого режима. Значит, сверху вот так вот нам будут падать мячики поочередно, каждый будет выбирать. Вот, и у нас есть вот такие вот колоночки, вот в которых стоят машины. Вот, значит, мячик падает в какую-то из этих колонок, и, соответственно, нам как бы падает вот этот автомобиль, то есть мы его получаем. И потом на выигранном автомобиле мы проходим скилл-тест. Вот такие вот дела. Ну что, парни, готовы? Да-да-да, хорошо. Пацаны, а вам нормально, я смотрю, как бы, вообще хорошо. Еду. Куда там собрался? Ты не гони, ты косу. Так, ладно, парни, предлагаю начать, во-первых, решить вопрос, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. Я первый. Я второй. Кто третий, а кто четвертый, пацаны? Я последний был. Хорошо, Андрей последний, значит, Макс третий. Все, давайте. Серёжа, мячик, пожалуйста, подайте. Мячик покатился. Паша, значит, Паш, это твой мяч. И прямо сейчас он упадет вниз. А подожди, там уже сразу и мой мячик полетел. Ого, нормально. Так, пацаны, как думаете, в какую колонку упадет сейчас первый мячик? Паш, как думаешь вообще, что выбьешь? Я думаю, первый. Да что вы там делаете, пацаны? Первая колонка. Смотри, первая, Паш, смотри, почти уже, все, уже по. Реально первая колонка, смотри. Реально первая колонка. Так, окей, значит, там твоя. Он ванговал. Вот это, ну-ка, либо последняя, либо предпоследняя. Куда? Вот это моя. Ну, мячик упадет или нет? Ага. Все нормально, все, у меня вот это предпоследняя колоночка. Так, следующий мячик получается, чей, пацаны? А, Максим, это вот Максима. Максим. Вот этот мячик, это Максим, я понял. И ему падает. Куда в сторону поехал? Подожди. Ага. Так, это мой последний. Это четвертый. И, Андрюш, твоя последняя. Там Сережа, смотри, едет. Догоняет его, смотри. Бежит за ним. Серег, куда гонишь такая? Направляю его во вторую. Так, смотри, ты уже знаешь, что там лежит Андрей, ты уже знаешь, что там что-то хорошенькое такое, да? Да. Ну-ка, да. Погоди, он реально во вторую упадет, либо во первую. Если мячик падает в одну и ту же колонку, значит, ну, такая машина у тебя и будет тоже. Значит, у вас Паши одинаковые. Ну-ка, давайте посмотрим вообще, что там такое. Ну-ка, погнали. О, нормально, кстати. Что за говнище такое? Подожди, что это такое? Ну, вроде бы нормально, точило, пацаны. Ага. Говнище полное. Вам султан выпал. У Макса нормально, и у меня более-менее еще такая хорошенькая. Ну, у вас, пацаны, конечно, да. Это... Ну что, не ломайте мы новую. Пока, Макс. Давайте посмотрим вообще, что там было еще помимо... Так, хорошая машина. Так, а можно меня, пожалуйста, не это? Здесь у нас, ну, нормальненькая такая машинка тоже стоит. Так, а вот тут у нас... А, там был Максим. Так, вот здесь у нас что стоит? Ой, Поршик стоял, мариновался, ждал кого-то. Так, а здесь... Ой, Ауди тут стоял. Итак, друзья, мы переместились на скилл-тест! Короче, вот, значит, кто там на Ауди, я не понял. Это кто там такой у нас блатной, посмотрите на него. А, это Серёжа, понятненько. А подожди, а у Макса, разве эта тачка, это... А это разве спорткар? По-моему, это суперкар, если вот мне, конечно, не изменяет. У меня суперкар, да. Ну, а почему так? А вот почему, я не понимаю. Почему так? Что за... Почему? А, я тоже хочу прокачанную машину, ребят. Так, подожди, а что здесь делать-то надо? Подожди, тут лодка. Давай скидывай лодку, давай. Слушай, а я, если честно, первый раз вообще такой предмет вижу. Читами прошел. Не-не-не, он объехал, я все видел, он объехал. Там все нормально было. Выехал, хорошо. Слушай, Макс, я тоже хочу такую машину. Да эту лодку мы, пацаны, по-моему, так хуже делаем, понимаете, реально. Нам надо в бок ее скидывать, а мы дальше просто ее вот так вот пропикиваем. Парни, давайте вместе работать, хорошо? Сообща, дружненько. Давай, толкайте, пацаны. Давай. Толкай Максима. Толкни, Макс, толки вот прям. Ого! Серега, нормально так, заехал. Спасибо, Андрей. Хочешь, давай назад, я тебе еще раз понял. Ну вот, понимаешь, жизнь все расставила, как бы, понимаешь, все правильно сделала.
Блять, тупые машины. А что такое, Андрей же упал снова, да? А мы тут пока с пацанами проходим, понимаешь? А, ну понятно, я не упал. Дальше уже. Так, а сколько? Вот именно, что мы пацаны, а ты, Олег. Покажи мне здесь хоть одного пацана. Не понял. А, ты не пацан, значит, да? Не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь чуваки, слышишь? Здесь чуваки, братаны, Андрей. Сердце. Братаны, Андрей. Почему у меня машина с ума сходит и заехать не может? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нормально, нормально, вот так вот поехал. Привет. Вон, давай, надо поехать. Андрюша, давай. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Спокойно, спокойно. Там не смог пройти, решил другим мешать. Чего? Я вот прохожу, за тебя еду вообще-то. Вот, я прошел. Я вижу, Макс, как у тебя там все хорошо получается. Ну, да, ладно, твоя Андрюша. Андрюша, смотри, показывай, как это делается, смотри. Смотри, это делается... Давай, падай. Да, блин, Андрей, тут... Пацаны, мне кажется, что такими темпами мы пройдем это очень-очень быстро, на самом-то деле. Понимаете, да? Вот единственное, жалко, что у меня не прокачанный автомобиль. Очень жалко. И вот так вот жалко. Просто... Ой. Жалко у пчелки. Жалко у пчелки. Да подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Да, господи. Ты спавнишь, да я их не спавню, да ты подъезжаешь к ним. Идиот. Смотри, я под ними проеду, я красиво вот так вот. Оп, 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 оп. Все, вот так, Андрей, вот говорит, вошли. Это что так, сейчас было? Это что за приступ какой-то? Это мой маленький китенок тут это. А, я фу, ненавижу. Куда? Я стройняшка. А, ну все. Я стройняшка. Китаняшка, ну ты куда лезть? Да, подожди, не лезь. Так, Олег, тебе троллить нас нельзя. Так, вот сюда. Стой, стой, сейчас парашют надо. Надо вот так вот. Вот так вот, хорошо. Макс, а у тебя там нормально вообще все? Паша дегроет. Макс, а что у тебя там вообще такое? Макс дегроет в этот Андрей. Я вот одного не понимаю. Как? Что такое дегроет? Это вот. Да нет! На фотографию Андрея смотришь, короче. Да сука! Извините. Не извиняем. Ты как шапка. Ты езжай давай, Ержан. Да стой, ну не с кем, я только заехал еле-еле. Плохо. Ой, заехал, я выжил. Давай, Паша, езжай. Да ёб... Чувствую. Спасибо. Подожди, я вот этого не понимаю. Вот тут как, Макс? Чтобы Андрей сдох. Проедь, Андрей, давай, вперед, удачи. Что еще раз? Чтобы Андрей сдох. О, проехал, ничего себе. Ебой. Я тоже проехал. И вот так вот с коробочки, опа. Ну-ка, Андрюха, Андрюха, смотри, смотри, смотри. Да, блин, я хотел, я думал, ты завернешь, я в тебя врежусь, и мы вдвоем улетели. Я знал, я знал. Понимаешь, у меня было еще распланировано в голове красиво, там, голливудский фильм уже, понимаешь, снимал. Да, 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 подожди, Слава, а куда тут вообще? Подожди, а... Максим, Максим, извиняюсь, простите, не честно, не хотел. У меня машина здесь как-то очень странно, не может развернуться, да. О, поехали, о, вот это нормально. Максим как баба. И... Опа, хорошо, вот сюда... Вот сюда вот так вот. Хорошечно, потом вот сюда. Ты чекпоинт там где вообще? Нормально? Чё так далеко? В смысле, там просто перепрыгнуть трамплин и все. Так ты... Опа! А так, Андрей, ты сзади меня вообще-то. Машина говно, но. Заносит. Ладно, я вначале... Заносит. А теперь никто же не проедет. А, или... Нет, проедет. Ну, пацаны, вы теперь не сможете трамплин затащить. Я его немного сама... Так я вначале стою просто. Вот так вот. Сам начале. Я с Максом стою. Андрюша, как тебе вот этот трамплин? Понравился? Нормально, да? Да, нормально. Ну там был трамплин, а я его сама понял, да? Ладно, поехали. Ты чё, ты спокойнее там, хорошо? Так, смотри. А пацанов подождать. Так, подожди. Девочек, тут только три пацана. Серега, я. Ага, и шутка, давай, давай, завершение, завершение шутки. Давай, 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 давай. И... Смешно очень было. Так, вот сюда, и... Оль, хорошо. Завалился, завалился, завалился. Так, Андрей, проезжайте, очередь, не задерживайте, пожалуйста. Да, отвалите. Сережа, пока. Меня не троньте. Да не трогайте никто, езжай давай быстрее. Что за бред, а как я тут должен пролететь? Вам не очень быстро нужно. Я вообще не газую. Так и не газую, правильно? Меня не трогайте, петухи, бля. Так, Андрюшенька, проезжай. Андрей, ты там ничего не перепутал? Аккуратненько вот так, ой, немножко задело. По попке вот так вот провела, и все нормально. Давай, Андрей. Провела, ну быстрее, да. Ну что ты? Чего ты ждешь, Андрей? Надо выровняться. Идиот. А, там разгон взять надо. Не, я больше не поеду. У меня не доезжает машина, че? Да, я правильно сделаю. Давай, делай, делай, Андрей. Давай, блядь. Смотри, Серега поехал и. Да Серега пролетел. И мимо! Мимо промахнулся, промахнулся. Я еду, все. Давай, Андрюш. Давай, я прямо за тобой. Ну и как я встал? Андрей! О! Ого!
Хорошо, как получилось-то, а? Поправляй меня как хочешь теперь, я из-за тебя так неровно встал. Чего, из-за меня? Да. Так ты, ты газ тормозом зажми и машину выкрути из задницы. Ага. Что, ага? А как ты, как ты ходишь там по-другому? Никак. Так не получится. Получится еще как, Андрей. Мы так и знаешь, сколько раз делали вообще. Я не знаю, что делал ты, но поправляй как хочешь. Так, подожди, сейчас, давай, ну, я чекпоинт возьму. Привет. И поговорим, Андрей, привет. Хорошо? Привет. Все, я чекпоинт взял, сейчас подъеду. Ну так, привет. Нельзя же. Ну нельзя же так, Андрей. Ну, ты же уже взял чекпоинт. Да я взял чекпоинт, конечно. Ты врезался в нее. Так надо было сбоку объехать. А он по центру врезался просто. Ай, Андрюша. Поехали дальше, поехали, поехали. Так, смотри, здесь тут либо слева. А, нет, тут. А, Паша. Двойной, двойной чекпоинт, типа, знаете? А как? Тут, подожди, тут надо типа заехать на нее. Я наконец Паша оказался. А я не знаю, как он там оказался. Четыре троллинг CSGO. Пиздоболем попахивает. Согласен, Андрей, согласен. Вот прям чувствую вот этот запах. Бы. А тут надо на рандом вот так вот просто. О, да, проехал. Там Олег, с чем ты там. Бля, ладно, потом. Так, все, я чекпоинт подобрал. Че дальше? Куда тут? А, подожди. Вот так смотри. Ага. Подожди, надо вот так вот. Аккуратно. Да сука. Так подожди, тебе еще рано сюда. Серега, ты начинай хочешь пройти, что ты лезешь? В смысле рано? Олег, так рано, ты куда поехал? Начай проходи. А куда надо? А, чекпоинт внизу, ёлки-палки, а! Короче, понятно, сейчас. Чекового, бро. Давай, я вот чекпоинт подобрал, вот такой у меня вопрос. А, значит, такой вот намечается. А я его, да, я его не подобрал. Я понял. Так, поехали, поехали. Меня машину закидывает, заносит просто. Машинка, пожалуйста, 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 не заносить. О, хорошо, куда, хорошо куда, идет. Да, проеду. Так, да, чекпоинт, я только еле проехал. Надо просто, самое главное, не зафэри. Ой-ой-ой. Ой-ой, да дурацкая ты. Давай, о, ой, хорошечно. Так, Андрюша, только не сталкивайте, не сталкивайте. Залетел, здравствуйте. Так, а дальше, дальше, дальше. Все, я допер, что делать дальше надо. Все, это вот так вот. Молодец, молодец. Сейчас это разгон только побольше возьмем, вот так вот задницы сдаем и поехали. Это надо, короче, вот так вот, и потом. Ну почти! Вот так вот. Нет, не так, не так, немножечко не так. Поехали. О-о-о-о-о! Да блин, да! То скорость не хватает, то хватает, то перелетает, то не долетает, то ёлки-палки, а. Хоть стан сделаем. Во! Пожалуйста! Давай! Ой, не хорошо! Так, самое главное не взорваться. Ой, и не упасть. Все нормально. Залетели. Наконец-то. Ну не прошло и 100 лет. Так, подбираем следующий чекпоинт. И что мы видим дальше? Что у нас тут такое? Так, я понял, это. Вот так. О, в контейнер надо было заехать, но я немного промахнул. Понятно. Олег, нужно ехать. А, ты пораньше нельзя было предупредить. Вот немножечко вот. А, ты уже, да? Пораньше просто бы сказали, как бы, и все, да. Ну-ка, Сереженька. Оп. Ой, что-то я поторопился немножко. Вот так вот. И отсюда вот так вот разворачиваемся. Ну-ка, подожди. Это что было такое? Это у кого там? У меня такого хера она не долетает. Нормально, бомбану. Она не берет. Называется показуха. Это бомбит, это просто бомбит человек, Андрей. Давай, машинка, разворачивай. Да что ж с тобой не так? Ну вот что с тобой не так? Давай, давай! Заехал? Почему она... Меня наоборот чуть не скинул. Отлично. Так, Сереженька, поехали. Давай, сдаем, сдаем, сдаем. Давай, задний ход, врубаем вот так вот, поехали. Так. Так. Развалюшка у Олега. Ну да, такая старенькая уже. А тут, тут снова развернуться надо. Да, ёлки-палки. И там тоже развернуться надо. Да, блин. Ну я все понял. Им все понятно. Так. Ну-ка, поехали. О, как да. Дальше, Олег, заехать? Где? А где ты? Вот я на маленьком мостике, вон. А, ну ты, смотри, ты на него заезжаешь, поднимаешься и вправо улетаешь. То есть ты в правую сторону съезжаешь. Все понял, да, Андрей? Все понятно. Идиотский элемент. Ну вот как сделали, так сделали. Да что ты не знаешь, что кто сделал? Не знаю. Я пальцем на вот того человека показывать не буду, конечно же. А то что будет? А то, да лучше не знать, что будет. Там у Сереги, он меня в огороде своем похоронит. Тебя Олег уволят, да? Не, да. Сереженька, проезжайте, пожалуйста. А почему кто-то на вертолете? Я не понял. Сережа, проезжайте, давайте. Что? А, тут направо. Я понял.
Серег, ты едешь или нет? Давай езжай уже быстрее. Что ты хочешь? Непонятно, ты какой-то человек, Сережа. Так, ну тут, значит, развернуться, значит, надеюсь, тут ускорялок никаких камер уже не будет. Надеюсь, очень сильно на это. Так, а вот. Ой, только не мин, пожалуйста! Сейчас бомбанет конкретно тут все. Подожди, я тебе помогу, Олег. Я ж говорил. Андрюш, смотри, едем аккуратненько. Заехать, смотри, едем аккуратно. Так, блядь, чтобы... а какого хуя никто не сказал, что там коритель стоит, блядь? Я сейчас реально выйду. Где? Я так прошел, даже не успел. Я вообще-то говорил, и Паша говорил про это. Где? Никто мне не говорил. Смысл, так, я когда заехал туда, я говорю, типа, спасибо, что никто не сказал про ускорение. И Паша говорит мне тоже. А там ускорялка. Да куда ты поехал, блядь? Я лаки. Так, аккуратненько, вот сюда, по барже едем вот так вот, заезжаем, давай, туда-сюда. Андрюша, подвинься, спасибо. Так, и подожди, идет. а дальше-то вот сюда, Сережа, подождите. Петушиная голова. Куда, ну, Серега, ну, что ты делаешь, да? Так вот, друзья, да, я остался один, все потому, что у меня просто вылетело GTA, ее просто вот так вот крашнуло, и пришлось все перезапускать, и, конечно же, ну, Сережа меня просто оставил сюда на вертолете, и вот сейчас, ну, ребят, понимаете, я не мог просто вот это дело оставить непройденным. Вот, поэтому обязательно нужно было это пройти, поэтому сейчас просто быстренько вот так вот доедем до конца, а тем более тут немножко осталось, и все. Так, это что такое? Это что такое вообще тут, а? Так, подожди. А я застрял. Чуваки, у вас как дела? Нормально, все хорошо? Что это такое вообще, а? Так, короче, здесь. Сереж, давай, вот так, молодец. Блин, давай! Ну же. Ну давай же. Ой, там время пошло, нет. Так, спокойно. Сохраняем спокойствие. Самое главное, сохраняем спокойствие. Так. И... Ну, давай, переваливайся. Давай. Во. Хорошо. Давай, еще немножко. Еще чуть-чуть. Успеем. 9, 8, 7. И мы это прошли. Да.